Подводная робототехника хороша еще тем, что получается очень красиво в видеозаписи. И я всегда снимал подводных роботов во время выполнения дистанции вот так вот, ну, простым дедовским способом. А в этом году у меня появился вот такой помощник центра робототехники, который позволяет делать все то же самое. У него точно такая же камера, но он позволяет управлять камерой, и получается очень красивые видео. Поэтому я теперь могу с помощью старого способа снимать своего нового помощника.